Там не то, что небезопасно, там невозможно находиться. В городе нет воды, нет еды, нет света, нет медикаментов. Очень сложно там находиться, практически невозможно. И поэтому мы настаиваем и приглашаем всех международных партнеров объединиться ради одной цели – это полная эвакуация мариупольцев. В городе есть проблема с точки зрения, так мы ее назвали, уже за чертой гуманитарной катастрофы. То есть в городе, к сожалению, уже больше 30 суток отсутствует вода, отсутствует свет, отсутствует связь, то есть отсутствует правдивая, четкая информация.